А знаете ли вы, что в некоторых трансформаторах могут быть вредные вещества для вашего здоровья? Это полихлорированные дифенилы, стойкие органические загрязнители, которые могут влиять на ваше здоровье, снизить иммунитет и повысить риск раковых заболеваний. Для утилизации ПХД страна проводит учет загрязненного оборудования. Если вашему трансформатору более 10 лет, проверьте его на содержание ПХД в специализированной лаборатории. Сохрани меня, твое здоровье!